regardé le film ou pas ça? Ne pas. C'est en train de filmer? Non. C'est quoi ça? C'est une caméra ça? Non, non. Photo, photo. Ah, photo. Photo. Пошел ты нахуй, блядь. Лишь бы сейчас свои не набежали тут, блядь, не начали гонять. И меня в том числе. Красиво поют. Шоу собрали тут. Вокруг шоу уже тут собрало зрителей. Всем доброе утро. Сегодня второй день в Марселе. Сегодня 12 июня. Вчера был матч. Голос сорвал. Давайте я покажу, какую комнату мне выделили для ночевки. Вот так вот это выглядит. Значит, сейчас покажу вам дом. Выйду потом на улицу, пойдем погуляемся. Еще кое-что расскажу, пока домик покажу. Вторая комната. Зал. Ванна. Кухня. Ну и там бассейн. Я уже с утра искупался. Там хозяйничек. Ладно. Пошел на улицу сейчас. Не переключайтесь пока. Вот так вот домик выглядит. С фасадной стороны. Я же, наверное, показывал. Сейчас покажу улицу, на которой мы живем. 1945. А. Автоматик. Ну. 1945. А. 1900. Ага. Вот такая уличка. Уличка. Тихая, спокойная. Не то, что старый город или там как-то старый порт. Короче, что хотел сказать. Я вечером пришел домой, начали мне там писать. Ты там жив-здоров, что происходит у вас там? Блин. Я, конечно, догадался, что-то там происходит там в городе. Такие столкновения, танцы, там дискотеки всякие. С бритишами. Но где я гулял, вообще была тишина, и как будто даже чемпионаты в Европе никакой не проходит в этом городе. Вот, сидели мы на берегу моря, возле, не знаю, центральный это пляж был или не центральный. Там вся кафешка была с нашими болельщиками. Понятно, с Кузьмичами, никакие там не хусы. Я вывесил свой баннер. Англичане проходили, смотрели, там, я не знаю, ну, я уже был готов, если кто-то там подбежит его срывать, конечно, пришлось бы отбиваться или отбивать его. Ну, короче, все было тихо, все проходили, много бритиши проходило, смотрело. Я, конечно, не знаю, может быть и хорошо, что вчера на пляже, когда я купался, там мужики с русскими мужиками познакомился, один из них из Краснодара. Вот я с ними и забухал. Конечно, блядь, 50 евро пробухал. До хера, мы, ну, как бы мы выпили 3, по-моему, бутылки водки по 0,7. Ну, там заказал тарелку, короче, мясо, я не помню, как оно называется. Ну, стейк. Ну, счет нам принесли почти на 400 евро, не знаю, я кинул полтинник. Блядь, жаба задушила, конечно. Ну, может, с другой стороны, если бы я с ними бы не встретился, я бы пошел бы дальше и, наверное, дошел бы до событий. А так, конечно, на игре я видел несколько парней там перебинтованных там немножко, и там то рука, то голова, кто-то с носом разбитым. Но их было немного. Наверное, многие вообще на футбол не пошли из тех, кто участвовал. Скорее всего, я так думаю. Хотя... Не знаю, не буду утверждать 100%. Вот, что хочу сказать по поддержке. Не знаю,
Я уже вчера говорил, что не хватает там какого-то такого заводящего, который всех бы заводил. Там как бы кто в лес, кто по дрова, кто-то. Ну, сейчас опять прочитал. Сейчас прочитал в интернете, что как бы временами было неплохо слышно. Но я согласен, временами неплохая поддержка получалась. Конечно, у британцев лучше это все. Конечно, атмосфера такая была. Первый раз я, наверное, прям на такой атмосферном матче был. Мне понравилось. Как игра, ну, не знаю, игра по моментам вроде особо, там, помню, как Инфеев разводчик потащил. Там вообще сумасшедший момент был. Так что англичане били, ничего там серьезного особо не было. У нас тоже было пару неплохих моментов. Вот. И, соответственно, я думаю, что счет по игре. Молодцы, конечно, что в конце отыгрались. Посмотрим, что там будет дальше. Уже без моего участия. Ну, будем уже болеть возле телевизора за наших. Все, что, иду сейчас, не знаю, вчера так находился, что ноги гудят до сих пор. Поднимался в этот Нотр-Дам де Пари, или как он там, Нотр-Дам, короче, этот, как остал этот замок. Ноги гудят, вообще не могу. Что еще рассказать? А мне еще нужно это найти сейчас Carrefour, этот супермаркет скидочный. Хочу взять что-нибудь там вина французского. Чему-нибудь хочу взять. А, кстати, сегодня же День России. Всех поздравляю с этим праздником. Вот, ладно, что, пойдемте погуляем. У меня сейчас, кстати, время 12 час. Надо в 4 часа быть дома. Он меня отвезет, хозяин, ну, Майкл. Отвезет на вокзал. 5 часов у меня поезд этот, автобус до Барселоны. Барселону мне не надо. Я постараюсь выйти, там не доезжая до Барселоны, возле этого моего города, где я живу. Так, где тут Carrefour? Carrefour. Ладно, пойдемте сейчас, пойдем найдем. Ребята, супермаркет Carrefour, смотрите, это дыни французские, короче, прикольные такие, как будто мячики маленькие баскетбольные. Рубль 95 за килограмм. Креветки. 1 евро. 100 грамм? 1 евро 100... 100 грамм? Или кило? 1 кило? 1 евро for 100 грамм. No килограмм. No 1 килограмм. 1 кило? 10 евро. На евро. Окей, окей. Thank you. Это, что это получается? Килограмм 9 евро, ну 10 евро. 750 рублей. Ну, дорого. Дорого. Примерно как у нас цена за креветки получается. Рыбе пиво, смотрите. Что это? Не знаю, что это за пиво. 7 евро за сколько? Ну, за 6 бутылок. 5 евро. 4.30. 5 евро за 6 бутылок. Так, что тут еще есть интересно? Вот сюда идем. Бавария. Бавария, 3.30. Охренеть, вот эти упаковки большие. 24 бутылки. 24 бутылки за 10 евро. Я вот думал вот такого взять. Кроненбург. За 3,5 евро. 6 банок. Получается сколько? Ну, короче, чуть больше 50 центов за баночку. Ну, наверное, возьму с собой, сейчас попью и в дорогу. Вот, что еще тут есть. Хеникен. Что-то разорвали, что можно и по дому брать, что ли. За 4 получается. 4,5 евро. Red Bull окрыляет.
€89. Red Bull окрыляет. Так, пойдемте вино посмотрим еще. Смотрите, какое прикольное вино. Grand Recold. 20 евро почти. Даже не знаю, какое вино выбрать. Тут глаза разбегаются. А вот алкоголь. Grand 25,5 евро. Sir Peterson 16,20. Lord Darren 12. Jong, Long Jong 32. Охереть. Это за 2 литра. Ух, хорошая бутылочка. Long Jong 07, 12. Лейбл 16, Вильям. Вильям Лас-Вессон 15, короче. Red Label 20. Балантайс 30 евро. 30 евро. Вот хорошие в упаковочках. 25. 26. 37. Чивас. 18-летний 41. 12-летний. Не вижу цену. Еще раз 26. Ну, я не знаю, считайте сами, голова болит. Поляков, водка, Смирнов. Водка Поляков, 10 евро. Так, что у нас с вином-то? Как дела с вином обстоят? Балантайс. Что это? Упс. Упсайда! Ой, блядь. Что тут написано, ничего не пойму. 28, дорогое. Дорогое удовольствие. Так. А, за 3,32 уже нет. Пустые, да? Получается. Блять, вот сука, французики хитрые, блядь. Там, где желтые цены, уже все разобрали. Изобелки. Нет тут такой упаковочки. Или слезы монаха там какие-то, не знаю. Когор 32. Порошковое, французское. Хорошее вино. Че, ребят, взял такого сыра. Рокфор. 150 грамм. И еще, наверное, Рокфор. 4 кусочка. €65 и 2,58, короче. Не знаю, дорого это, недорого. Ну, побаловать себя и Викторию надо будет. Вот, под винишко красное. А, кстати, выбрал вино, называется Божоле. Как-то так, сейчас еще пивка, наверное, возьму. Отнесу все купленное обратно туда домой, тут недалеко. Потом дальше пойду еще гулять. Все, давайте. Че, короче, вышло мне все 10 евро. Пиво. Кроненбург. Ну, такое непонятное, оно теплое, поэтому не очень понятный вкус. Пить можно. Короче, 2 сыра. Ну и 6 бутылок, сейчас 6 банок пива вышло 700, короче, рублей примерно. 730-40. Не знаю, какой сегодня курс. Но я думаю, что это не очень дорого. Хотя херня, смотрите, какая машина. Ребят, давайте я вам покажу. Наша улица вот там налево идет. Может, она и прямо идет, не знаю. Тут такое колечко. Малипупусенькое. У нас только Старокубанское кольцо, там, как вся Франция. Вот. Вон улица идет. Старая добрая Франция. Сидят, водочку, по-моему, пьют. Там что-то винишко в кафешке. Централ бар. Центральный бар. Домики, я уже говорил.
все одного цвета, крыши тоже одинаковые. Но прикольно. Это чуть-чуть теперь другая Европа, не как Чехия. Мне нравится. Мне нравится. Я бы еще побывал в Франции. Особенно в Сент-Тропе хочу попасть. Ну ничего. Какие наши годы. Поедем еще в Сент-Тропе, возможно, даже на машине, не знаю, посмотрим. А может быть также тур взять. Дешевый тур взять. Горячую путевку. Дешевле выйдет. А там уже может машину взять. Ну посмотрим. Ладно, доживем. Но это уже планы на какое-то. Вряд ли ближайшее, конечно, будущее. Но мы это обязательно сделаем с Викторией. И вам все покажем. Не знаю, что куда идти. Ехать на метро обратно туда, в центр. Или походить по таким уютным маленьким улочкам. Может быть, посидеть в этом баре. Может быть, так и сделаем. Я бы покушал какую-нибудь пиццерию, что-нибудь такое. Если надо, похожу, поищу, где можно похавать. Алло. Все, давайте. Не переключаемся. Что хочу сказать? Не знаю, прогулялся я немножко там по этой улице. Вот, кстати, дом мой. Мой, где я живу. Это. Сегодня воскресенье, все закрыто. Все отдыхают. У нас в воскресенье самый движ, а тут все отдыхают. Не знаю, жрать хочу. Это. Сейчас, наверное, поеду. Поеду или пойду. Все равно найду какую-нибудь или пиццерию, или какой-нибудь кебаб, или хот-дог съесть. Что по деньгам у меня осталось? У меня осталось почти 300 евро. Где-то 293, короче говоря. Где-то так. Вот, то есть меньше половины уже еще потратил. Как бы стараюсь много не тратить. Так. Лишнего. Никакой одежды, ну кроме кепки пока ничего не купил. Короче, 25 евро потратил на обратный билет с Марселя до Барселоны. И вчера пробухали, конечно, 50 евро. Вот это для меня немножко. Жабка поддушивает так немножечко. Чуть-чуть совсем. Но ничего, хорошо, все равно провели время, весело. Не так весело, конечно, как там. В старом порту или где-то все движения были. Ну, нам тоже было неплохо. Все, продолжаем искать, где пожрать. Сейчас иду, смотрю по автомобильной теме, как бы интересное замечание. То есть все ездят пристегнутые, абсолютно все. Тут с этим строго. Ну, никакого там света, ничего не горит. Их смотрите. Поворотники не считаются. Но все пристегнуты. Хотя сзади сейчас, по-моему, не были пристегнуты. А сейчас только что один мудак, вот, минуту назад, ходил в поворот на джипе. С таким этим свистом колеса свистели. Как бы здесь так не ездит. Первый раз увидел, как его занесло немножко. Я думал, уже и немножко на меня. Я думал, уже куда прятаться за дерево. Ну, справился с управлением, дебил. И поехал дальше. Короче, все пристегиваются, но... Свет никакой никто не включает. Так что вот такое наблюдение. Что, зашел опять в Карфур, взял такие булочки, как в Макдональдсе. Походил с ними, походил по магазину. Во-первых, очень они здоровые. Стоят из-за булочек и хотел замутить сам себе бутерброды. Но что-то так подумал, что не стоит. Есть тут готовые, кстати, бутерброды. Только я не знаю, там бутики какие-то готовые, вот такие штучки всякие, салат с вилкой, там все дела присутствуют. 4,5 евро. Вот два бутерброда за 4 евро. Только не знаю, как бы котлета там, мне кажется, надо это разогревать дело все. А вот бутерброды по 3,80 отдельно, то есть это, видите, выгоднее скорее всего брать. Но вот по 5 почему-то. Ну, я так подумал, что пойду сейчас что-нибудь все-таки найду.
картошка такая прикольная. Редисочка. Малепусенькая. Розочки. Фу, пахнет. Как-то странно. Это что, огурцы или баклажан? Баклажаны, наверное. Все, ладно, буду выходить отсюда и пойти гулять. Сейчас время 12:30. То есть у меня 1:30. То есть мне еще 3,5 часа гулять. У меня уже ноги отваливаются. Но мы продолжаем гулять. Что-то тут это позакрывали, все выгоняют, наверное, всех. Или что он стоит на входе? Close, да? Yes? А? Сантьяна, ты фильмил магазин? Не понял. Сантьяна, ты фильмил? No. Что за? Камераса? No. Фото. Фото. Пошел ты нахуй, блядь. Да, я вспомнил, кстати, сейчас время 12:30. Этот мой хост Майкл говорил, что до часу Carrefour работает. Сегодня воскресенье, поэтому короткий день, наверное. Он уже стоит на выход, наверное, на вход никого не пускает, на выход стоит, караулит. Черт этот. Ну и жрать хочу, ребята, пипец. В Майкл не стал наглеть, там предлагал что-то поесть, я даже не знаю, что там. У него можно было поесть, не стал это самое. Народу сколько, что там за движение. Бритиши приехали. Блядь. Что я хотел сказать-то? Ну, не стал наглеть, что там еще есть у него. Хотел, конечно, предложить у него, смотри, барбекюшник состоит. Можно было там каких-нибудь сосисек пожарить или там мясо. Но потом что-то я передумал предлагать. Улочки московские. Спасские, Петровские. Что тут за движение? Все целуются, обнимаются. Пойдемте посмотрим, что это. Там что-то, может, дают бесплатно? Что-то цифра 800 там. Цифра 800 и какие-то там эти пироженки дают. Нас пироженкам не обманешь. Поэтому мы идем дальше искать более серьезную еду. Тут, наверное, церковный праздник какой-то, я не знаю. Видимо, я прав. Бля. Спасибо. Че, скорая стоит. На всякий случай, видимо. Не хочу мы на метро ехать. Тут есть билеты на весь день. 3,5 евро, по-моему, стоят. Есть билеты, ну, на туда-сюда съездить. Не знаю, сколько стоит билет. Не знаю, на метро поеду в крайнем случае. Сейчас еще здесь погуляю. Может, что-то здесь. Блин, воскресенье. Ладно, пойдемте дальше гулять. Вот смотрите, ребята, стою в метро уже. Решил все-таки на нем ехать. Автомат для продажи билетов. Соло. Я так понимаю, что это одна поездка, да? Карт вояж. Два вояжа. Тут, то есть, наверное, туда-обратно. 3.10. Ну и что? Соло. Карт вояж. 10 поездок, 13.50. Групп 4 персоны, 4.80 что-то. А, вот эту я вчера брал. 24 евро 2016. Наверное, к евро 2016 на сутки 3.60. Вот это 3.10, 3.60 на 50 центов на 30 рублей, да, получается. Блин, сколько там дешевле. Что, взять, наверное... Куда обратно? Цена-то небольшая. Ой, то есть 5. А вот смотрите, было благодаря евро, было 5.20, стало 3.60 из-за евро. 2016, в смысле, за чемпионат Европы. Подешевели такие билеты. Ладно, возьму, наверное, 50 центов дороже, но на всякий случай побольше поездок. Пускай будет. У меня 3.60 не оказалось, у меня как раз 3.30, по-моему, оставалось денег, мелочи. Поэтому пришлось взять билет тудым-сюдым. Вот. Что, сейчас поедем, не знаю куда, правда. Что-нибудь еще поснимаю, где я еще не был, а где я не был. Поехать в старый порт, я только не знаю, где этот старый порт находится. Там, где движения все были вчера, может быть, и сегодня идут уже.
Сейчас разберемся, подумаем. Ну что, приехал я на станцию метро Порт, короче, какой-то там. Ну, насколько я понимаю, все танцы вчера были именно здесь. Сейчас по ним посмотрим. Ну, короче, все сейчас увидим сами. Вот порт. Ну, тут прилично народу, смотрите. Ходят, видимо, бритиши и не бритиши. Что за прикол с этим, с отражающим полу этим потолком? А, ну да, все правильно, это было все здесь. Смотрите, этот самый круг, колесо обозрения. Уругвай. Ну да, тут это, пока вроде все тихо, но... Бритиши дохуя, ой, полно ходят. Наших пока и не видно. Одни британцы. Я хочу похавать. Тут где-то весь Макдональдс. Надо Макдональдс найти, похавать. Вот такой порт старый. Запах такой своеобразный морской. Ух ты, какие эти яхточки. Прикольные, конечно, вообще. С французскими флагами. А, мыло продает. Ну, что он там продает? Мыло? Да, яхта приличная вообще. Что одна, что другая. Тут, походу, морепродукты какие-то продавались, но уже, наверное, распродали. Запах рыбы. Это, мне кажется, тут Макдональдс и, блядь, яблоко негде будет. Сейчас посмотрим. Вот такое колесико обозрения. Ну, все тихо пока, ребята, все тихо. Все спят, наверное, после вчерашних танцев. Вода, конечно, смотрите, какая грязнючая. Вообще, жесть. Ребята, лазурное побережье. Ребята, смотрите, какой этот костел или что там. Я уже через 3 часа, получается, через 4 покидаю Марсель. Надо погулять напоследок. Че, короче, присел в кафешке, в одной из кафешек на берегу. Короче, в порту. Тут, конечно, пиво такое маленькое, 0,25 стоило, арто 4 евро стоит, самое дешевое. Я его заказал, сейчас жду. А тут этот афроамериканец швейцарскими часами барыжит и очками итальянскими. Так что такие вот дела. Сейчас пивка попью. Так еще и не поел, нифига. Прогуляюсь, еще время позволяет. Сколько у нас? 13.07, 14.15. 3 часа мне еще, короче, гулять. Сейчас выпью пивочка и пройдемся еще в том направлении. А вон, не буду показывать пальцем, покажу всеми пальцами. Вон та этот гора, где этот кастель. Этот замок, короче, куда мы вчера ходили с вами. Здесь весь Марсель оттуда открывается. Я видел, кстати, вот это кольцо обозрения, все видно было. Но так сюда вчера и не дошел. К сожалению, или к счастью, не знаю. Продолжаем отдыхать. Что, короче, зашел в Макдональдс, взял 2 двойных чизбургера, картошку, соус и пиво. 12.60 евро, это примерно 900 рублей. Дорогого. Все, приятного аппетита. Кушаем. Реп, я тут увидел на набережной ирландский паб. Там
братиши сидят. Наверное, перед весельем, перед дискотекой готовятся опять опизделиться. Сейчас пройдем мимо. Посмотрим. Может, не кайману. Как говорится, в тылу врага. Пока все спокойно. 2 часа дня. Пока все спокойно. Взял пивка Кроненбург за 6 евро. Бля, сука, дорого, конечно. Лишь бы сейчас свои не набежали тут, блядь, не начали гонять. И меня в том числе. Будет весело. Такое пивка легенькое. Французское. Кроненбург. Здесь Гиннес 7 евро стоит. 16.64, что это за пиво, я не знаю. 6.5. Самое дешевое взял. Все, уже нажрались, уже хорошо им. А, я эту песню знаю, про бомбы. Что-то про бомбы. Англичане кого-то бомбили немцев. Вот эта песня у них про это. Я слышал за эту песню. Заводятся, сами себя заводят. Две бомбы для английских, бомбы для Германии, что-то такое перевод. Yeah.
Базара нет, красиво поют. Шоу собрали тут. Вокруг шоу уже тут собралось зрителей. Все, ладно. Время уже 2:30. Надо уже потихонечку двигаться на метро. Вот. И будем скоро двигать уже в Барселону. В этом пабе, где я сейчас сидел, там охранник, поляк по-русски говорит. Говорит, что там все, вчера все было тихо. Все события были вот там возле вот этого колеса обозрения. А там все было тихо и мирно. Так что, такие вот дела. Ребят, смотрите, как фасад метро здесь, в этом порту, он, короче, метро оборудован морскими камушками, обложено все. Морской камень. Как будто мокрый такой эффект. Как будто он мокрый. Все, ладно, я уже в метро. Сейчас поеду на свою остановку. Сан-Бернабео она называется. И там еще там где-нибудь посижу. Домой пока не хочется идти. У меня тут на камере осталось 4 минуты записи. Я как раз сейчас хочу вам рассказать такую вещь. Когда я со своим хостом списывался, он мне написал что-то там типа такой. Как же он написал? Мальчик, ты такой мальчик какой-то, что-то такое. Это меня сразу насторожило. Потом по приезду сюда, то есть я спросил, жена есть? Он говорит, нет, ему 56 лет. Жены нет. Вот. Что еще сказать-то? Как бы толерантнее подобрать слова. И у него, помимо меня, говорит, еще один парень приехал с Техаса. Молодой парнишка, американец вроде как, ну по-французски говорить, я не знаю, американец он или француз, я не знаю, короче говоря. Когда я приехал, хост Майкл ходил в халате. И в некоторое время что-то они там пошли в комнату. А, он халат снял, ходил полотенцем снизу перемотанный. Он смотрю, выходит из его комнаты. Полотенце закрывает самое, обратно наматывает на себя, думаю, что-то тут не то. Вчера вечером, когда пришел после футбола, ну я уже как бы все понял, что там все то у них, там все нормально. Вечером пришел после футбола, они сидели, телевизор смотрели, какая-то музыка такая, ну что они там смотрели, непонятно что там. Музыка такая романтичная играла по телевизору. Мы сидели, обнимались. Ну, короче, утром сегодня слышу там стоны, ахи, вздохи. Вот, ну, короче. Ну и потом, когда я пошел в этот самый супермаркет, этот Carrefour, обратно тут же вернулся, ну, там через полчаса, чтобы занести сыр, пиво и вино в холодильник положить, чтобы с ним не ходить с этим с пакетом. Короче, не вовремя пришел, а не помешал этому процессу. Ну, честно скажу, я не то, что там переживал, что будет приставать, ничего, там, комнату закрыл на ночь сегодня, на ключ. Как бы никаких поползновений в мою сторону не было, ну, как-то так, короче, жил я. Они сами понимаете, с кем в номере. Весело. Поэтому я сейчас сижу. Время начала 4:00. Мы договорились в 4:15 выезжать на автобус, короче, на станцию. Майкл меня отвезет. Я сейчас сижу, чтобы на всякий случай не помешать им процессу их. Поэтому
Вот такие вот дела. Все, в принципе, у меня что? Память закончилась на этой карте. Меняю карту на вторую. И уже дальше буду на нее писать все остальное.